Всем привет-привет! Сегодняшнее видео будет о покупках из Америки. В нашей стране либо дорого, либо нет продуктов, необходимых мне, и мы всегда переплачиваем посредникам. Недавно я открыла для себя новый сервис доставки tbbuy.ru. Ссылочку на этот сайт я оставлю под видео. Там очень быстрая регистрация. На сайте есть кредитный калькулятор, вы можете заранее приблизительно посчитать, во сколько вам обойдется ваша посылка. И опять же, выгоднее заказывать с кем-то напополам. В конце видео я подробно расскажу, во сколько конкретно обошлась мне посылка. Сейчас я покажу вам покупочки. Это долгожданная, хорошо обдуманная покупка. Whitening Supreme Professional Crest White Strips. Это широко известное отбеливание в домашних условиях. Я купила за свои деньги на сайте Amazon, ссылку оставлю я по своим видео. Об этом отбеливании я узнала в интернете по многочисленным отзывам, а также у меня подружка есть в Украине, Анечка, и в Инстаграме я увидела ее фотографии с белоснежной голливудской улыбкой. Я спросила, как? Она говорит, вот, крест помог. И я решила тоже заказать себе и попробовать на себе. Это большая упаковка. Ее очень выгодно покупать с кем-нибудь напополам. Этого хватит на два раза. В одной упаковочке маленькой находятся пластинки. Одна на верхний ряд и вторая на нижний. Лучше использовать 21 день без остановки, два раза в день. Так написано в американской аннотации. Но, почитав отзывы в интернете, многие пишут, что лучше делать один раз в день, может быть, даже меньше по времени, чем две недели, так как у всех чувствительность зубов разная, и зубы по-разному реагируют, у некоторых очень сильно обостряется, там даже стреляет что-то в зубах, у некоторых все нормально, у некоторых даже ничего не отбеливается. Но я считаю, что не может быть такого, что нет никакого эффекта, так как все гарантируют, вообще производитель гарантирует 80% отбеливания. Все зависит от того, насколько вы хотите сильно их отбелить и как долго вы будете все это делать. В общем, первые два дня я делала два раза в день. В принципе, чувствительность была, но сейчас она становится меньше, то есть как обычное состояние у меня. И зубы действительно сразу становятся светлее. Но до этого я тоже делала отбеливание, тоже зубы становились светлее, но потом они темнели все равно. Но уже по многочисленным отзывам, даже в Инстаграме я задала вопрос, кто пробовал, многие девочки написали, что пробовали и очень-очень классно зубы отбелились. Это прекрасная альтернатива лазерному отбеливанию. В общем, кто пробовал, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, был ли какой-либо эффект и так далее. Как вы знаете, мне моя доченька разбила Naked 1, и я решила заказать. И, наверное, вы хотите знать, какая палетка лучше. Обе палетки хороши. Мне во второй палетке не хватает некоторых ярких оттенков из первой палетки, но палетки ничем не отличаются абсолютно, можно так сказать. Отличаются только тем, что в новой палетке в двухсторонняя кисть, то есть это уже лучше. Одна, которую накладывают, вторая растушевывает. Здесь упаковка несгораемая, плотная, железная упаковка. Это для меня немаловажно. И зеркальце на всю крышечку верхнюю. Большое-большое зеркало, это тоже очень удобно. И во второй палетке присутствуют более холодные оттенки. Под мой цветотип идеально подходит, конечно, палетка номер 2. Еще в палетке номер 2 больше светлых оттенков. Тоже это немаловажно для меня, так как мне уже надоело ярко краситься. Тени очень хорошо пигментированы, легко растушевываются, не сыпятся. В принципе, с базой хорошо держатся на веках. Без базы немножко хуже. Она подойдет от простого макияжа до сложного макияжа для брюнеток, для блондинок, для абсолютно всех. Я не знаю, если у вас есть первая палетка, то вторая ни к чему. Если у вас нет первой палетки, то, наверное, лучше купить вторую палетку. Но вы можете купить две палетки для галочки, я не знаю, как угодно. Палетка Naked Basics состоит из 6 рефилов. Матовые оттенки. Это палетка для любителей матовых теней. Ну и, конечно же, плюс отличное дополнение к Naked 2. Тени очень приятные, мягкие, шелковистые, отлично ложатся на веки. Хорошо растушевываются тоже. Ну, Urban Decay, конечно, молодцы. Размер палетки, конечно,
очень маленький по сравнению с Naked, вот можете сравнить. Корпус у нее пластмассовый, но зато ее очень удобно брать с собой. А также есть такие тут оттенки, которыми очень хорошо заполнять брови. Они такие не темные, не слишком светлые. Еще купила я консилер от фирмы MAC. На этот раз у меня увлажняющий консилер в тубе с аппликатором. Хочу сказать, что я ожидала от этого консилера больше, потому что на него были хорошие положительные отзывы, даже больше отзывов, чем на Studio Finish консилер, который кругленький у меня есть. И я прям с нетерпением попробовала этот консилер на себе и немножко разочаровалась. Сейчас расскажу почему. Во-первых, Studio Finish, мой старый консилер, он еще у меня не закончился, и я это благодарна. Он намного плотнее. Он подойдет замазывать разные прыщики, покраснения. Он плотнее, и он, мне кажется, даже дольше держится и не так забивается в складки. Мне больше нравится Studio Finish, это вот, ну уж точно, потому что этот консилер, он жидковатый, им ничего не замажешь, не закорректируешь. Он, конечно, идеально замазывает круги под глазами, но у меня нет кругов под глазами, но идеальный, мне кажется, замазывает все-таки Studio Finish, потому что он плотнее. Этот нет, он такой легкий, жидкий. Такое впечатление, что его создавали специально для молоденьких девочек, у которых практически нет никаких проблем с кожей. Но вот если вы хотите замазать, то, пожалуйста, мы создали увлажняющий консилер для вас. Ну, как бы вот у меня такое впечатление, потому что тот круглый Studio Finish более профессиональный, более, знаете, такой классный. Короче, я разочаровалась, но многие хвалят его, не знаю. Вот, вот такие у меня были покупки. Сейчас я вам расскажу, во сколько мне обошлась посылка. У меня посылка весила около 1 килограмма. Выбрала я способ доставки Express Mail, и обошлось мне это в $42.30 где-то. Доставка в Казахстан. Доставили мне за 2 недели. На сайте все на русском языке, очень удобно. Сайт сотрудничает с разными магазинами. Вы можете заказать одежду, обувь, косметику, тоже очень удобно, все сразу на их сайте. Регистрация очень простая, быстрая, все на русском языке, доступно, понятно. Заполняем все поля, подтверждаем. Теперь нужно нам оформить заказ. Мы нажимаем на эти кнопки и вставляем ссылки. Открываем заранее вкладки, например, вот я Sephora открыла палетку Naked 2, вставляю ссылку эту вот в эту графу, пишу оригинальное название, количество указываю, оригинальную цену, а также можно добавить еще покупку, вот я добавляю Naked Basics, также все заполняю, название пишу, цену указываю, и затем нужно все это сохранить, сохраняем. И теперь добавляем адрес. Переходим в личный кабинет, добавляем, пишем ваш адрес доставки, все поля заполняем. Как вы видите, очень удобно, у них 3 способа доставки, очень недорогая доставка, кстати. Рассчитать вы можете на их сайте все заранее, вон калькулятор есть, и подсчитать, рассчитать, сколько, во сколько вам обойдется посылочка. А также на сайте есть вкладка «Полезно», там есть все ответы на ваши часто задаваемые вопросы, вы можете посмотреть. Еще вы можете все свои самооплаченные покупки сайта США отправлять на склад TBBuy, называется Mail Forwarding. Очень это удобно и экономично, так как вы платите не за услуги, за выкуп, а только за доставку. Это гарантия, ведь когда ваша самооплата приходит на склад, вы можете заказать несколько подробных фотографий, рассмотреть, что не понравится. И если что-то не понравится, склад все вернет, обменяет вам в магазине. Вы застрахованы от неудачных покупок. Это очень выгодно. Надеюсь, вам понравилось видео. Информация была для вас полезной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо. Пока-пока.